Просто посмотрите на эту забавную картину Павла Федотова, которая называется «Разборчивая невеста». Она была написана по одноименной басне Ивана Крылова. Эта басня настолько сильно вдохновила художника, ему она очень нравилась, что он решил изобразить вот данный сюжет в картине. Вообще, в чем суть? Девушка очень много раз отклоняла приглашение о замужестве и до чего, так скажем, до отказывалась, что осталась одна. И вот, сутулый, с лысиной, немножечко староват, приходит к ней кавалер, и кажется, в этот раз она готова согласиться выйти замуж. Мы видим рядом с ней пасьянс, который, вероятнее всего, она раскладывала на исход событий. Сам жених имеет достаточно хороший костюм, то есть это не плохая для нее партия, но мы видим, как он волнуется, потому как он уронил свой цилиндр. И если мы приглядимся в угол, то увидим, что там стоят родители невесты. Отец крестится на удачный исход событий, а мать говорит ему: «Шш, тише, не спугни». В общем, такая вот забавная картина. Тот год, когда он написал данную картину, современники находили ее очень позитивной. Но мне кажется, и в данное время она актуальна и все так же весела. А как вам?